Вот у нас Шкода Кодиак. Сейчас я вам общий план дам. Вот эти все кругляшки, это песок. Крупный, мелкий, средний, огромный, разный. Вот эти косые линии, это все растяжки. Это все растяжки, трэш, жесть и прочее. 117 – это 117 песчин на этом капоте. Для тех, кто переживает из-за одной песчинки на капоте, если что. Вот, я, конечно, понимаю, что ну, это вообще выходит за рамки, да, ну, разумного. То есть это, ну, реально трэш. Но вот такое бывает. Короче, вот вам был общий план того, как может быть наклеена пленка. Можете своим клиентам показывать, пугать их. Да, да, красиво вышло. Я сам рисовал. У меня есть там небольшой талант к искусству. Вот. Так, в общем и целом, да, концепция такая детская, прикольная. Мне тоже нравится. Ну, давайте теперь я вам немножко вблизи все это дело покажу. Начинаем с угла. Пленка здесь обрезана в край, подворота нет. Вот здесь вот, ну, видно, все пожевано, да, так прям солидно вообще пожевано. Ну, и вообще, в принципе, пожеван весь клей, где только можно. Здесь вот какая-то косая растяжка. Двигаемся дальше. Ну, вот вы видите, да, что как бы пленку ее просто, ну, скорее всего, топтали. Капот даже не пытались тянуть. Здесь в растяжках. Здесь вот пузырь воздушный. Тут песок. Тут песок. Тут песок. Тут везде песок. Тут все в растяжках. Вот песок. Тоже вот видите, такая сопля косая идет. Тут песочек, тут песочек. Да-да, ребята, привет, привет. Дальше смотрим. Вот тут ну, небольшие растяжки, скажем так, ну, небольшие. Не то чтобы жестко, да, ну, небольшие. Ну, я утрирую, конечно. Не, ребят, клеили не в пустыне. Клеили не в пустыне, клеили в Москве. Нет, я не глумлюсь, на самом деле. У меня не стоит цель потроллить этого мастера. Я просто понимаю, что человек просто не знает, как клеить пленку. Поэтому претензий к нему нет. Ну, есть как бы масса других нюансов, да, то, что за эту работу взяли деньги, там, туда-сюда, но это как бы уже не суть. Я закончил глумиться над чужими работами, меня тоже тыкают носом иногда, так что все нормально. Я просто показываю это другим установщикам, чтобы они это показывали клиентам, почему это стоит таких денег. Не, Димон, это Олег клеил, это его ранняя работа, скорее всего. Не, ребят, клеил не сам клиент, вот в том-то и прикол, что оклеен не клиентом. Да, вот сейчас вот, кстати, очень крутая тема, смотрите, вот это середина капота ближе к лобовому стеклу. Я, честно, я даже не представляю, вот, ну, как бы, почему? Почему вот, ну, почему так? Не очень понимаю, как это получилось, особенно в этом месте. Да, Димон, Олегу привет передавай, покажи видео. 117 песчин на этом капоте. А, ну да, кстати, вот значок. Значок заслуживает отдельного внимания. Это прям вообще, это прям роскошно. Сейчас я присяду, потому что тут есть на что посмотреть. Естественно, значок не снимался. Все обрезано в край. Криво причем обрез, смотрите, вот так раз. Здесь порезано. Ребят, что за пленка, я не знаю. Я знаю, что это вот такая вот пленка, видите, такой легкой текстуры от ракеля. Причем это как бы вся живанина, она вот так вот по кругу идет. Ну, то есть понятно, что опытные установщики понимают, что, ну, как бы откуда все это растет. Ну, потому что люди просто не умеют тянуть полиуретан, берутся за него, думают, что это, в принципе, нормально, да, что, ну, в общем и целом, так и должно, наверное, быть. Димон, я Олегу не буду звонить, потому что, я так понимаю, он меня не любит, вот, и он все равно скажет, что это не он клеил, чего мне ему звонить? Да, ребят, и вот, кстати, грамотное замечание, что реально пленка работает.
И защищает от сколов, базара нет. Ну, вот здесь просто везет, что это белая машина, да? То есть, была бы машина черная, было бы, конечно, все еще красивее. Ну, вот, как-то так. Вот. Ну, короче, это... Да, и если что, этот капот переделывается, по-моему, третий раз. Ну, кстати, видите, тут я... Да, вот клиент сидит рядом со мной, он говорит, что капот переделывался 5 раз. Как говорит Евгений Васильевич Олейников, на минуточку, капот переделывался 5 раз. Ну, тоже, видите, да, там уголок. Так что, когда вас начинают там троллить за всякие, вернее, не троллить, а мучить клиента за всякие растяжки и прочее, прочее. Вот здесь я пузыри отметил. Песчинку там на капоте или на заднем крыле. Ну вот, покажите им это видео. Да, да, ребят, одним и тем же установщиком 5 раз. Ну, не пошло у парня, не пошло. Он, я так понимаю, он просто тонировщик, да, он, то есть он как бы затонировал эту машину, я, ну, не смотрел, но клиент говорит, что сделано хорошо. Вот, ну, вот с полиуретаном у него что-то какие-то несрастухи, малость. Вот, ну, давайте, раз уж вы со мной, раз уж у меня сегодня карты в руки, бампер покажу. Ну, кстати, бампер вот, ну да, тут тоже пожевано, что делать. Здесь вот, ну, а какой-то... микроподворот непонятный, хотя полка здоровая, можно было все заложить. Вот здесь вот, я так понимаю.